Деца неба, Отца небеског. Я удивляюсь и свидетельству, удивляюсь его великой прозорливости. Какая чистота его души, его ума и сердца. Это был очень великий и святой прозорливый человек, отец Николай. Стоим у дорогого сердцу креста. Прошел ровно год со дня блаженной кончины праведного старца Николая. Преподобный Ефрем Сирин сказал: «Жизнь праведных начинается по кончине их». Дорогого батюшку Николая знали во всем мире.
Его любили и почитали уже при жизни как живого русского святого. Отовсюду на остров стекались к батюшке люди, страждущие духовно и телесно, и получали исцеление по их вере после батюшкиных молитв и благословения. Бесчисленные чудеса, сотворенные батюшкой Николаем при жизни. Не прекращаются они и после его успения. Старец не оставляет нас в скорбях и болезнях, исцеляет смертельно больных. Он слышит наши молитвы. В больнице умирающего благословили чудотворные мироточивые иконы старца Николая, и он полностью исцелился. Праведник Николай стяжал искреннюю народную любовь простых верующих, чистых сердцем. О святости батюшки Николая говорит даже и то, с какой ненавистью восставали на него силы зла при жизни и как продолжает старец нести крест поношений и клеветы сейчас. Враг пытается рассеять стадо Христово, собранное пастырем. Одни забыли заповеди духовного отца, другие – страха ради иудейско предали его, иные сознательно скрывают и искажают его духовное наследие, как тогда, в 17-м, отреклись от царя-мученика Николая. Кругом измена, трусость и обман. Но народ Божий любит своего духовного отца, не отрекался и не отречется от него. Батюшка по-прежнему среди нас, и мы взываем к нему в наших молитвах. Мы веруем, несомненно, что он молится за нас у престола Божия в Царстве Небесном. Старец Божий завещал нам любить и хранить Церковь Русскую, умолять Господа о даровании России царя православного, любить Отечество земное, святыни и святых его. О благодатном старце Николае, слово истины, его верных чад. А зовут меня, вы знаете, как Николай. Вот молитва. Как хорошо. Спасибо. Хорошо. Да, да, да. Крестик у вас чудесный. Помоги, Господи. Николаевский. Да. О Матерь Пресвятая, от и слезу слони, от бед изнемогая, душа моя скорбит. Отсюда честно стало, в душе лишь воб да стон, от рады не отнимала, и зло со всех сторон на бедного восстали. Какой милый был сперва, и в горестной печали я блекну, как трава, мира застукнет, матерь шипет, я пред тобою с мольбой, бедного грешника, мраком одета, ты благодатью прикрой, каким и счастлив, что помотать, попросить-то можно кого, царицу небесную. Вот какой мы радости, слава тебе, Господи. И не дай, Господи, что заболеть поняли, да и слова не сказать. А тут еще молимся, с кем говорим, да. С Господом. Да. Помоги как вам, Господи. Какие еще святые. Спасибо, Господи. Честно, Николай с нами имел близкое общение духовное. И часто нам передавал через матушку что-то, или предупреждал, что с нами может быть, или утешал нас, когда у нас были скорби. Мы опять звонили,
отцу Николаю. Отец Николай иногда и родствовал, и ну, был немножко смущение, но он был такой святой человек, такие люди, они скрывают свою благодать. Отец Николай нас не видел и узнавал братьев. Он нам говорил, точно-точно характеризовал о каждом брате нашем. Когда мы нас позором выгнали с Сафона, оклеветали, выгнали, мы сразу приехали к отцу Николаю на залет. Отец Николай нас на этот раз меня принял с любовью, и мы с ним общались, с отцом Николаем. Я удивлю, но он очень мягкий, любвеобильный, мягкий человек. И нас и кормил, очень так нежно угощал нас. И хотел засвидетельствовать, что однажды я просила молиться, он меня благословил двумя руками, как архиерей. Я подумала, что батюшка и родствует, что он, я думала всегда, я не ожидала, что он епископ. А он меня как законный епископ, законно меня благословил двумя руками, архиерейским благословением. Немножко неудобно, стеснительно, что батюшка так у нас нежно ухаживает из ложечки. Или давал нам конфетки. И мне кажется, уже я начинала смущаться, и я старался, я люблю сладкое, я люблю конфетки. А батюшка еще, но у него все он переживает, все в духовном смысле. Если он благословляет, дает конфетку, он опять имеет какой-то свой духовный смысл, то что я его не понимаю. Это великий святой старец, очень прозорливый, кроткий, любвеобильный. Знаешь, матушка, может, лучше всех и полнее всего описать. Я думаю, даже прошу матушку писать об отце. Все, что Господь вам напомнит и положит на сердце, пишите побольше. Все, что вы можете вспомнить, отца Николая. Это был великий святой, прозорливый, духовный человек. В общем, когда многие беседы его, многие не понимают, он говорит что-то духовное свое, то, что мы не улавливаем. Вот. Я была недавно в поле, где глубокий снег лежит, и послушала на воле, что природа говорит. Ой, хохонечки, хохой, ходит барин за сохой, ты ручья он с пески пьет, льет нашей кровушки не пьет. И сходила я в селавцы, к Нефасу не нашла. Путь муки за три булавки я приказчику дала. Будь я парнем и девицей, был бы вольненький я птиц. Не сидел бы, не тужил, в Красной армии служил. Да. Как хорошо-то. А вы, слава Богу, да. Вы-то не красный. Я глядел эту комнату с тобой. Погляди. Отец Николай давал иконочки святого Григория и Ивана Грозного. И я знаю, что он их очень глубоко почитал. Лично я, мое было личное мышление насчет отношения Григория Ефимовича, я знал, что это великий святой. Это был преподобный. Ну, старец, духовный человек. Он был одно время странником. Синьоре Кресто Христово.
Во-первых, он был очень прозорливый тоже человек. И он говорил, как надо странничать, как смиренно, и надо работать, чтобы то, что они покушают и позначают, чтобы потрудиться за это. Григорий Ефимович был действительно старец. И он мог, был и прозорливый, и мог своей молитвой остановить кровь царевича Алексея, когда он был болел. Масоны использовали Григория Ефимовича для того, чтобы спровоцировать царскую семью. Для этого они пригласили артиста, который загримировался под Григория Ефимовича, и государь Николай Александрович, Николай II, когда ему говорили, то, что вот он вчера в 6 часов, что он творил, Григорий Распутин, он бесчувствовал у каких-то господ там, плохо себя вел, и говорит это упреки государю. Государь говорит, скажите, а когда это было? Вчера в 6 часов вечера. Он говорит, вчера в 6 часов вечера Григорий Ефимович был у меня в кабинете. Видите, он сам определенно разоблачал их ложь, их клевету. Он понимал, что пытаются клеветать святого человека, чтобы провоцировать царскую семью. Люди не ведают и своим таким грязным отношением к царю-мученику. Они худо оскорбляют благодать Божию, Духа Святого. Отец Николай с любовью говорил нам, он читал стихи о царе, даже, по-моему, он говорил о святом царе, о царе и святых царственных мучеников. Он любил царевича Алексея, его назвал Светлым отроком, да. Батюшка весь преображался, когда вот речь шла о царственных мучениках, как будто бы вот они, не как будто бы, а так, наверное, и было, они просто присутствовали в келье. Вот и все менялось. Говорить имена, потому что они и присутствующие здесь люди есть, которые видели царя. И я знаю одного министра, который видел государя. И государь обратился к нему и велел, чтобы он всячески работал так в правительстве во благо России и православия. Вот. Видел и другой человек, которым видел государя. Государь, видимо, молитвенно молился о нем, чтобы он духовно стал совершенным. Что касается государя Николая, а самого Николая II царя, я хочу засвидетельствовать, что мы, Россия, виноваты перед ним. Мы виноваты перед Богом. России надо смиряться и твердо верить в святых царственных мучеников российских. Этим мы проведем покаяние перед ними. Каемся, что мы были некогда пионерами, может, некоторые были православцами и коммунистами. Мы каемся, да? Раскаемся. И если мы хулим царя, мы продолжаем быть в таком обольщении, которое попали наши отцы. Плод покаяния – это
раскаяние пред Богом и любовь. Плод покаяния, любовь, любиться и молиться в этом царстве на Боге. Это будет плод. Дети, чтите их, почитать молебны и молиться, службу совершать, допустим, в храме можно, царственно-мученику, литургия. Батюшка завещал еще такой вид покаянной молитвы, Иисусову молитву, читать, да, в таком виде: «Господи Иисусе, Сыне Божий, молитвами святых царственных мучеников, помилуй нас грешных и спаси землю русскую». Свидетельство. То, что пока еще жила память, то, что было у нас на самом деле. Тем паче, да. Машка, она прекрасно видела и понимает. Она писала книги о нем. Ей есть что о нем сказать. А почему нельзя? Почему я загораживаю уста? Почему? А свидетельство о святом человеке загораживаю. Это неправильно. Это все это от лукавого. Я, конечно, был. Я видела матушку, Николая, матушку и Анну. У них было самые нежные, короткие отношения с батюшкой. Они глубоко любили отца Николая. Отец Николай, когда мы звонили ему с сафона, лично мне говорил, я когда спросил насчет ананан, он сказал, что не берите ананан, нельзя брать. Видите, а сейчас продолжается какой-то... Страшное противление. Вот, допустим, матушка клещем, будто бы она убила отца Николая. Это невозможно. И удивляюсь, что это за клевета? Зачем это? Я думаю, все это от масонов. Это организовано, и очень высокая организация. Высокие свои круга масоны имеют непосредственные контакты с сатаной. Это сатанисты. И они дают такую программу этих действий. Как нам известно, это еще было протокол лисианских мудрецов, так и современные масоны постоянно имеют контакты с сатаной и даются новые откровения. И ННН, он не просто так появился. Я думаю, это не от человека, это от сатаны. В 60-х годах, я помню, был в Лавре, в 70-х годах писали русский ЖМБ, Московской патриархии, они писали открытую дикую ересь про экуменизм. Они говорили, что это новая эра Духа Святаго, что это, так сказать, я удивлялся и пытался, хотел познать, что это такое. Ну, а как, почему-то сердце мое отторгается от него. А когда я узнал, что собор был в 48-м году, и что собор отверг экуменистские ереси. И после того, как стала перестройка, экуменизм в пух прах, все критиковали во многих газетах православных. И они затихли и перешли как бы в катакомбы перед народом, а продолжая свою работу. Но старцы, в которых Дух Святой живет, и многие старцы, я себя не причисляю к ним, я просто духовник. Если меня считают старцем, но я не старец. Я просто грешный, окаянный духовник Рафаэль Романов. Вот. И
Но я говорю о старцах. Старцы от Духа Святого осудили экуменизм и осудили новый путь, глобализм, как, где готовится печать Антихриста. И больше того, грешно заявляет себя, что ННН цифровое имя дается не от Бога, не от священника, от мирового правительства, от масонов. И это все от сатаны. И поэтому я не буду принимать ННН ни за что. Но хочу сказать, что ННН плюс три шестерки, как цифровое имя сатаны, и есть это отречение от Бога, от Иисуса Христа. Почему отец Паисий Великий, Афонский старец, он и обличил вот эти новые ННН и прочие электронные документы и говорит, что те, кто возьмут эти новые документы, потеряют благодать Духа Святого, энергия бесовская селится в них. Вот почему нам нельзя брать, потому что это уже печать Антихриста, пока еще на бумаге, но не на лбу, не на руке. Вот обвиняются нас раскольниками. Мы, которые выступаем против ННН, против печати Антихриста, и мы раскольники. А когда, и ведь церковь не была с ННН, вот до сих пор, когда начали давать, до конца, допустим, прошлого столетия, не было ННН. И что ж, значит, мы были все раскольники, а те, кто ввели эти новшества, они не стали раскольниками, не стали эртики. Я их называю не только раскольниками, они глобалисты, эртики-глобалисты. Вот что. Батюшка, простите, помните, вы звонили к отцу Николаю на остров, как раз вы тогда не могли никак сообщиться с отцом Кириллом, и вы позвонили и зачитывали батюшке Николаю по телефону статью целиком. И он, батюшка Николай, вот всю статью прослушал, вот, и благословил, он даже так сказал, нужно, чтобы это все знали. Вот да, спросили, батюшка, может быть, в газете напечатать, есть воля Божия? Сказал, благословил, есть воля Божия, напечатать в газете. Тогда вот в «Русском вестнике» напечатали вот вашу статью. Вот. И батюшка Николай благословил и еще сказал, и еще благословил всех христиан молиться Царице Небесной и читать акафист «Покрову Матери Божией», чтобы Матерь Божия покрыла от этого близ грядущего зла, которое уже наступило на нас. Вот. А касательно вот этой конференции богословской, которая проходила в Троице-Сергиевой Лавре, ведь тогда, когда прибыли с письмом отец Тихон, архимандрит Тихон Шевкунов, к старцам, было сказано так, что поскольку батюшка старый, преклонных лет, он не может проехать на эту богословскую конференцию. Вот, и поэтому они записали интервью на видеокамеру, которую пустили в очень урезанном, усеченном виде, и не весь ответ батюшки, а какую-то часть. Вот. Поэтому полное батюшкино мнение, настоящее, вот так церковь и не узнала. Но в день, когда началась конференция, мы старцы очень просили молиться. Вот, и говорили, батюшка, вот хорошо было бы, я сказала, если бы вы оказались на этой конференции. А батюшка сказал удивительную вещь, тогда нас поразившую. Он говорит, ну нас же не пригласили. Я говорю, батюшка, а если бы вас пригласили, вы бы поехали? Он говорит, для такого важного церковного дела я бы поехал. А ведь старцы, они кроткие, они ничего не навязывают. Приглашение батюшки не последовало. Но когда мы посетовали, что как же так, сейчас такое для церкви важное принимается решение, как нам быть, по телефону мы связались с Алексеем Алексеевичем Сининым и передали батюшкины слова дословно для митрополита Филарета Минского. Батюшка сказал так, поскольку он возглавлял комиссию богословскую: «Помоги вам, Господи, Владыка, спасти церковь от номеров». Вот это были батюшкины слова. Алексей Алексеевич Сенин с большим трудом, они через своих корреспондентов в газете «Русский вестник» смогли передать эту записочку и подьяконам митрополита Филарета. И подьяконы передали, и владыка Филарет зачел батюшкины слова. Там было написано, что старец Николай Гурьянов передает такие слова. Сейчас, вот в последнее время, уже обнаружилось, что вводят ИНН не только для человека, но и для храмов. И теперь храмы будут зарегистрированы
не как храм Пресвятой Троицы, не как храм Покрова Царицы Небесной, а каждый храм будет закодирован и будет идти в реестре, значит, церковном, опять-таки под этим номером. Вот стали понятны батюшкины слова, ведь он не сказал, на тот момент речь шла только об ИНН для человека, о цифровом номере для человека. А батюшка сказал так: «Помоги вам, Господи Владыка, спасти церковь от номеров». Вот это опять-таки та самая глубина батюшкиного духовного прозрения в будущее. Да, и когда отец Рафаил записал, по милости Божией, кассету, аудиокассету и видеокассету по поводу вот ИНН и номеров личных, то к отцу Николаю тоже приехали люди, которые издавали и тиражировали это, и взяли у батюшки благословение. Мы батюшке дали прослушать вот эту аудиозапись, вот, и батюшка сказал, что это обязательно нужно, чтобы люди это слушали, чтобы в церкви это знали. Поэтому батюшка Николай был всегда внутри этой проблемы, а не вне ее. Только другой вопрос, что как мы понимали его слова. А я пытаюсь своими устами помолиться Григорию Ефимовичу, о помощи воззвать. Это очень хорошо. А вы не молитесь? Что? А вы ему не молитесь, Григорий Ефимович? Дома молюсь. А можем ли мы людям сказать о том, что вот мы молимся с вами, Григорий Ефимович, можем сказать, чтобы они тоже молились? Или это пусть нашей тайной с вами останется? Я думаю, что не останется тайна никакая. И они также будут молиться, как мы с вами? Да, да. Чистота молитвы будет. Григорий Ефимович. Вы записали? Чистота молитвы. Молиться должны русские православные люди? Должны. Должны? Должны. Помощь небесная будет? Будет. Будет. А вы этому образу молитесь, батюшка? Вы сами этому образу молитесь, Григорий Ефимович? Да, этому. Этому? Мне кажется, что этот образ написан от сердца. От сердца, да, да, да. И можно сказать, что с плачем. С плачем, с плачем. Если, скажите, можно ли такой образ распространять по всей России для верующих православных христиан? Поздно. Поздно? Поздно. Так, может быть... Мы опоздали. Опоздали. А царственным мученикам можно молиться? Можно. То есть там еще не опоздали? Нет. А здесь уже опоздали? Да. Опоздали. Поняли теперь? Понял. Ну, может быть, будет спасительным, если кто-то дерзость проявит, ревность. Да, знаете, ну как хорошо он выглядит. Смотрите, как. Помоги вас. Благословите, батюшка, нас, эти иконы. Спасибо, Господи. Молчанием предается Бог. Да? Если мы будем молчать, мы будем иметь на совести, как изменники, как предатели. Вот. Есть специальные люди, которые или завербованы вот, в каких-то, состоят в каких-то масонских организациях, или еще в каких-то явно антихристианских, антиправославных организациях. И они вот это наводят такую шумиху, такую клевету. А мы должны сказать всю истину, как она была, засвидетельствовать то, что мы видели, то, что мы знали о старце. И наше понимание о этих святых старцах и Григория Ефимовича, как мученики, замученным, оклеветанным, оскорбленным старцем. Государь глубоко чтил, он глубоко знал, что это святой человек. Сама царица его назвала старцем.
что здесь царевич изображен. Вот видите, у него царская диадема на голове. Вот. А вот внизу это молитва. Боже, воззри на погибающий народ твой и прости ему, простри ему руку избавления. Боже, всемилостивый, прими мою чистую кровь во спасение невинных детей на земле нашей, развращаемых и гибнущих, и слезы мои за них прими. Вот здесь вот уже высохло немножко, а тут еще, вот, обратите внимание на это. Вот, смысл этих чаш, они заключают, смысл именно того, что, почему они держат эти чаши, заключается вот в этой молитве. Это по откровению было, вот, видение одному человеку, вот, о том, как царственные мученики держат чаши искупления. Вот. Батюшка Николай, он особо чтит царственных мучеников. И очень, вот, например, царевича он называет Лешенька, который имеет большое дерзновение у Бога за Россию и за всех людей. Композиция неожиданно все это было. Вот. И у нас оставалось как бы клеймо. И я думал, как, кого? Кого изобразить? Кто самый близкий к семье царственных мучеников? Батюшка, отец Николай, он мой духовный отец. Вот. Я его нашел именно здесь. И вдруг вот я спросил, говорю, батюшка, благословите Григория Ефимовича написать. Он говорит, благословляю. Да. Вот так вот я написала. Он также изображается с чашей, вот, как пророк Божий, вот, как мученик и страстотерпец. Когда я начал писать образ царя-мученика и всех царственных мучеников, и в частности Григория Ефимовича, я почувствовал очень большую теплоту в сердце. Я почувствовал, что они мне помогают. Ты ощущаешь физически вот то состояние, когда они рядом. Я не то, что должен, я обязан писать их. Вот. Может быть, это приостановит то зло, которое сейчас вот очень давит на нас. А Григорий Ефимович? Григорий Ефимович – это особое. То есть именно его надо прославить сейчас. Может быть, это особо приостановит вот силы зла. Ни у какого народа нету таких заступников, как Григорий Ефимович, как царь-мученик Николай, как Алешенька, как его нужно называть. Да. Именно ни у одного народа нету таких заступников пред Богом, как у нас, у нашего русского народа. И мы должны прежде всего просить у них. Вот. Они ближе всех к нам. Вот, наверное, вот так. Касается царя Ивана Грозного. Он царь, православный царь. Вырос он в таких ужасных условиях, когда вокруг была жидовствующая ересь царствовала. И государю, естественно, надо было взять меч и навести порядок в своем государстве. Ого!
чтобы он убил царевича Ивана. Это была ложь. И самого Ивана Грозного, вот эти жидовствующие, подкладывали ему ртуть. Также, оказывается, отравлен был Иван царевич. И никаких травм на теле его не было видно. И вы исследовали, не нашли никаких травм. Видите, клевета на Ивана Грозного, клевета на Григория Навата и даже других ревнителей. Великий князь Андрей Боголюбский, да, тоже жидовствующий, убили, стараются порочить. Здесь политика. И она, эта политика, пытается проводить ту старую политику, потому что это ей выгодно. Он был прославлен вместо Чтимера, московский святой государь. Поэтому, конечно, надо ему молиться. А Григорий Ефимовичу? Даже и Григорий Ефимович, да. Угу. Надо ему писать и слово ему. Да. И слово, и молиться. Это новые святые. Я думаю, если Россия виновата, во-первых, перед Богом, отошли от Бога, вошли в великую прелесть, а они оскорбили, ругались все. Нас так учили, нас государя и царскую семью Григория Ефимовича. Мы перед ними согрешили, мы перед ними виноваты. Поэтому мы сейчас своим почтением мы их обостанавливаем. И этим мы каемся пред Богом. Николая, как он почитал и государя, и Григория Ефимовича, Ивана Грозного. Это факт. Факт. А если такой старец, как отец Николай, он почитал. А почему нам не почитать? Если он наставлял такие иконы писать и принимал, почему должны судить мы? Я считаю, что надо смиренно все это воспринимать. Не надо спорить, не надо считать, ставить себя на место судьи. Да будет воля очень полемика. Кто-то защищал государя Петра, говоря, что вот его как раз реформы, нововведения, они были спасительны для Руси. А кто-то говорил, что они погубили вот русский дух, и с Петра Первого началось как бы изменение движения духовного Руси. Вот. И вопрос был серьезный очень. И ехавшие к старцу даже немножко поссорились, потому что каждый отстаивал свой взгляд. И подошли к батюшкиной калитке и набрали воздуха, и вот батюшка, а вот Петр Первый, а батюшка так всех перекрестил широко крестом, вот, большим крестом, говорит, а я бы не дерзнул осудить ни одного государя, да помазанники Божьи. И всем приехавшим нам стало очень-очень стыдно, потому что каждый излагал свою маленькую мирскую точку зрения, непросвещенную божественным светом, то есть свой узкий взгляд. И этот взгляд мы пытались навязать друг другу. Вот.
Но уже потом, позднее, батюшка открыл для нас всю красоту царского самодержавия. И вот симфонию церкви и государства. И как раз вот в чем была сила батюшкиного стояния в вере, он говорил о том, что сейчас мы храним остатки России, потому что жива церковь. Как только расшатают церковь, а это враг пытается делать, вот, то тогда и настанет конец света. А говорит, трудиться нужно, молиться нужно, потому что Господь-то ждет большее количество душ для покаяния и не хочет наказывать сейчас. И поэтому, если церковь, я уже не говорю о государстве русском, если церковь русская не примет догмат помазанничества царского, будет очень сложно. Как мы можем ждать близ грядущего царя, когда мы не понимаем, что такое самодержавие? Когда у нас в документах по прославлению царской семьи пишется черным по белому, прославляя, канонизируя царскую семью, мы не канонизируем царскую власть. Таким образом, мы одной рукой говорим: «Господи, прости», а другой рукой говорим: «Господи, мы правы. Все, что мы сделали правильно. Мы разрушили вековые устои. Третий Рим, четвертому не бывать, все пророчества мы знаем». Очень часто у меня было такое впечатление от наших разговоров в батюшкиной келье, как будто вот неразумные дети, вот как Ксюша маленькая, Саша ваша. Вот мы около батюшкиных ног задаем очевидные вопросы. Но как можно говорить о грядущем царе и спрашивать старца, дарует ли нам Господь России царя, если мы не канонизируем царскую власть, если мы ее отрицаем? Если мы государя Иоанна Васильевича, первого помазанника Божьего, первый помазанник Рюриковича, отвергаем полностью, и даже никто же вот из церковного народа, из историков, верующих, вот духовенства, никто не требует канонизации его. Этого слова даже нет. Никто не выходит с транспарантами. Что произошло? Какая беда? Просто опубликовали ряд материалов из летописей, не выдуманных вот нами сейчас современниками, из летописей, то, что очищает светлое имя царя. И о нем дает иную точку зрения. И это уже сейчас является каким-то грехом. Это не грех. Это не грех ни перед церковью, ни перед Богом. И батюшка, вот он, когда смотрел на иконку государя Иоанна Васильевича, у него сакос верхний и вот окружие как. И он говорит: смотрите, как у него все безгреховное. И земное, показал вот на нижний кружочек, и небесное. Все какое безгреховное. А когда мы задали ему вопрос: батюшка, вот как быть? Очень многие священники смущаются тем, что у государя было, ну вот по вот этим выдуманным хроникам ему приписывают 7, 8, 11 жен. Ну, все зависит от таланта пишущего, как где он, что ему примыслилось. А батюшка сказал очень строго: а вы бы предложили таким отцам смотреть за своими женами? Больше всего, батюшка сказал, страшнее всего перед Богом вот это вот наш грех осуждения. Все мы по патерикам знаем, да, один старец сказал об одном из монахов, что он согрешил. И Господь тут же ему с ангелом представил душу усопшего монаха и сказал: ну куда ты ее теперь определишь? Вот тогда этот старец великий покаялся, всю свою жизнь просил у Бога прощения за то, что он так взял на себя суд Божий. А такими публикациями страшными, хулящими, получается, что вся церковь ввергается, ей вменяется в обязанность не просто думать плохо об усопших, а хулить. И если ты это не делаешь, то ты, значит, сотворяешь грех. То есть черное, белое, белое, черное. И если какая-то часть церковная, я вот намеренно говорю только о церковном корабле, не ввергается в это безумное плавание, то ее пытаются выбросить за борт церковного корабля, на котором кормчий Господь.
множество свидетельств святости батюшки было при жизни его. Я вот первый раз, когда приехал в 93-м году, я просто поразился, вот, как он ходит. Ну, это даже в фильме, кстати, видно, вот, он как бы летит, он не идет, а летит. Помоги вам, Господи, так. До свидания. До свидания, мои дорогие. Все, 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 больше все. До свидания, мои дорогие. После службы я вышел прогуляться по острову и увидел, батюшка идет, пытался его догнать. Я тогда еще все-таки был вообще на 30 лет его моложе. Вот я не смог его догнать. Я когда увидел как-то вот сбоку, как он идет, я понял, что вот это запечатлелась картина, что он идет, наклонившись, едва касаясь ногами. Тогда я понял, что это только когда несут. Его ангелы носили, батюшка носили ангелы при жизни. Ну, таких свидетельств множество. Вот сколько людей было, вот, именно свидетельств святости батюшки прижизненной. Поэтому, естественно, люди, которые ездили к ним, они относились к нему, воспринимали его как святого. Не только даже как старца, они вот прижизненно воспринимали его как Бога святого человека. Глаз Божий передавал, но до воли Божией людям определял, и действительно так исполнялось по его прозорливости. Это ж да, Божий был прозорливость, отдает только по святости, поэтому именно как к святости относились. И сейчас вдруг сказать, нет, вы вот тогда относились как к святому, а сейчас не надо пока. Вот когда вам скажут там, через год, через два, вот тогда, а сейчас пока вот келейте там все, карточку возьмите и на нее, это самое, и все. Вот как живое сердце, живую любовь можно взять и остановить. Здравствуйте, мои боги. Мир и Божье благословение с вами. Да хранит вас Господь на долгие многие лет. Я кого не помазал, бежите скорее сюда, я помажу. Бегом только. Кого не помазал, беги, беги. Головка беленькая, иди скорее. Иди сюда, благословлю. И никогда не расставайся с этой церковью. А если собачка? Нет, так. Маленький, здрасте, не плачь. Конечно, плачь, не плачь. Спаси тебя, Господи, благодарю тебя. Господи, какие вы сейчас трифты, что денек-то такой тихий, а солнце светит, вы пойди. Не шанут, смотрите, макушечки. Лес. Не-не-не.
Да. Вот лес мне кланяется, видишь, что уже человек кланяется Господу. Так. Помоги, Господи. Кланяйтесь Господу. Сейчас период, сказал Дэн, столько монастырей, идет духовное развитие. Так? Люди ходят в церковь, посещают храмы, укрепляются, принимают святые таинства, исповедь, тело и кровь Иисуса Христа. Духовно растут, духовно крепнут. И в то же время положение церковного самое ужасное. Но я говорю не для того, чтобы унывать, а быть мужественным. Я думаю, остается самое... Мы перед великими страданиями, перед великим гонением, которое уже сейчас началось. Изгоняются монастыри, романахи, священники, под запрет, за штат. И это только начало. У нас глава церкви нашей Христос, то даже если смотреть, что уже архиерея почти не осталось верно, но они есть, эти верные архиереи есть, и Бог может привести и еще. Которая при жизни изобильно на нас изливалась, теперь она с неба изливается. Это же любовь, только она уже намного раз усиленная еще вот той Христовой благодатью, которая вот дает ему стояние у престола. Мы уже не сомневаемся, что он стоит у престола Божия, потому что это избранник такой, настоящий Божий. И, конечно, этой радостью нельзя не делиться с другими. Вот. И как только человек почувствует эту радость, он просто будет обращаться постоянно молитвенно за помощью. Потому что мы ищем? Мы ищем именно вот этой радости небесной вообще в жизни земной своей, вот в общении и стремлении нашим все к тому, чтобы есть смысл жизни наш именно к Царству Небесному. А здесь сама вот благодать Царства Небесного нас касается, и как вот, отказаться от того, что мы ищем всем жизнью нашей вот, духовной, церковной. При жизни батюшка отличала то, что вот некоторые слова, то он говорил как бы прикровенно, да? И потом они вот всплывают через год, через два, через три. И всегда в них, вот сейчас вот, в личном вот, моем опыте общения с батюшкой,
Вот некоторые он вещи сказал, думаю, зачем, вот, вроде непонятно. Потом через какое-то время всплывает, что он уже тогда утешал. Чаще всего он от скорбей предупреждал нас, вот какие скорби коснутся. И он уже заранее как бы слова утешения. То есть, а это подтверждает, что он носитель Духа Святаго, Дух Утешитель, пошли вам Духа Утешителя. Вот он этот Дух Утешитель, он носил в себе, и вот он делился им в своих вот прикровенных как бы словах, уже заранее нас как бы вот уже так откладывал. Были на фоне, и там были множество скорбей. Постоянно я просила отца Яна позвонить отцу Николаю. Отец Николай попадал в телефон матушки Николая. Матушка Николая непосредственно была ходатайство перед отцом Николаем. Батюшка всегда вас называл наши афониты. Говорит, наши афониты, опять говорят, звонят наши афониты. Милостью Божией, конечно, я тоже соприкоснулся с святостью отца Николая. И вот как бы более такой я явился как посредником между двумя старцами, отец Николай и отец Рафаил. И так вот случилось, что последний год, полтора, мы как бы потеряли связь с отцом Кириллом. Отец Кирилл заболел, его это из одной больницы в другую мы. И тогда вот мы как бы так, милостью Божией связались с батюшкой, с отцом Николаем. И, конечно, батюшка такую любовь к нам это проявил, это вообще отеческую любовь. Иногда мы потом уже так связались, что на дню по 3-4 раза звонили ему, и бывало, и просто глупо ему что вопросы задавали. И батюшка так серьезно вообще отвечал, и вот с такой любовью. Вот действительно, когда вот соприкасался вот с батюшкой, вот действительно вот плоть умолкала. Вот. И как бы такое появлял чувство, что вот стоишь перед истиной. И какой-то духовный рентген, и вот знаешь, что вот он все знает. И вот как бы трудно даже объяснить, и перед ним каким-то ребенком становишься. Все отпадает. Во-первых, угасают вот все помыслы, вся нечистота. Вот стоишь перед ним, и вот его глаза, конечно, вот он все видит. И... Он очень переживал, когда звонили, он говорит, ведь им так сейчас трудно, давайте встанем, перекрестимся за них. Вот батюшка очень говорил, велика сила соборной молитвы друг за друга, когда в скорби кто-то или в обстоятельстве. Он говорит, если за тебя хоть один человечек перекрестится на иконку, Спасителя или Матери Божией, тебе Господь уже пошлет ангела в помощь. И потом говорил, даже нет силы помолиться, встаньте, перекреститесь, попросить у Господи, помоги им, и все. Вот он очень, очень, очень любил и всегда ждал. И ни один вопрос он не считал неразумным отец. Да, да, да. Потому что... Вот после его звонка всегда я ходил, это звонил, и братья всегда спрашивали, ну что отец Николай сказал? Я вот ходил, пытался что-то, ну, объяснить просто, и вот как менялась атмосфера в братстве. Иногда у нас до того тяжело было в братстве, ну, просто вот тягостно было, потому что со всех сторон давили. И внешние, и внутренние, это вот как бы клевета какая-то, и среди своих, и вот
И когда вот я приходил и рассказывал это, вот батюшка то-то, то-то, то-то сказал, и вот атмосфера менялась совершенно. Люди просветлялись, иначе как крылья появлялись, все ходили это, начинали это шутить, и как-то вот радость, и это. Да, что батюшка сказал, что батюшка сказал. Это, конечно, для нас это было как глоток свежего воздуха, вот этой тяжести. Да. Батюшка, конечно. И вот я свидетельствую, действительно, много было вот речений в сторону отца Рафаила, что вот последние статьи выходили, что батюшка там перегнул, что вот нельзя было там некоторые вещи это там писать, слишком остро написано, или, мол, даже такие появились эти обвинения, что батюшка чуть ли не раскол церкви готовит, то все вот эти батюшка, мы полностью это как бы советовали с отцом Николаем. Да. Отец Николай благословил все деяния отца Рафаила, полностью благословлял. Я свидетель являюсь, как бы это через меня проходило, я вот слушал это. И вот то, что эти клеветники пытаются сейчас, не мы разделяем, не это, не отцы пытаются разделить церковь это, а они пытаются разделить церковь это. Это в их планы входит. И, вот. И не по незнанию, а по знанию это они делают. Это планы входят некоторых. Спасибо, Господи, большое. Да, да. Мать, спасибо, Господи, помилуй, что вы так все-таки. Да. Беспокоить то, что это нужно. К расколу ведется, вот да. Что обидно. Нет, раскола не будет. Раскола не будет. Православие, оно никогда не было с расколом. Права и славная церковь, православная, права и славная. Да. Стопы мои направи по словеси твоему, да не обладают мне всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди твои. Помоги вас. Вот мнение отца Иоанна Крестьянкина по этому вопросу. Отец Иоанн говорит, что мы сами просить эти номера не будем. Как? Мы сами просить эти номера не будем, говорит отец Иоанн. Да. Но если нам их будут присваивать, то пускай присваивает это дело государство. Вот. Правильно? Как вот вы думаете? Да. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Все будет так, как Господу надо. Только надеемся на милость Божию, понял? И милость Божия устраивает так, как надо. Смотрите, я не думал, что я буду здесь. И вот приехал. Приехал и очень рад, что я вот так побыл в Тифухраме. То есть вы считаете, раскола не будет? Что? Раскола не будет? Нет, раскола не будет. Уходят люди в леса, батюшка. Уходят в леса, уходят в... бросают места насиженные, уходят... ну, это, конечно, крайности, но таких крайностей уже много. Так крайности, это крайности, а все-таки не надо так-то. Не надо что? Да уходить. И то, что вот сейчас идет хула, явная хула вот на матушку Николая, что вообще какие-то, не знаю, как назвать эти действия, что... Они издевались над старцем, они там глаза выкололи, это вообще какое-то, не знаю, слово не могу подобрать. Мы последний, вот буквально в мае месяце, да, вот 30 мая мы были у отца Николая, вот я был, батюшка и отец Валериан, это. Кречетов. Да, не Кречетов, наш Ламский был. Вот. И вот как они нас приняли, мы сидели, наверное, часа 4-5, да, вот сидели, разговаривали, это одним духом. Это такое, такая любовь. И вот надо было видеть, как и отношение отца Николая с матушкой. Вот. Это вот трудно объяснить. Такую любовь. И это просто язык не поворачивает сказать, что даже это нет. Просто это люди не по незнанию делают, они знают, что делают. Они ищут. Через именно, да. Они пытаются добраться до мощей отца Николая. Им нужно осквернить эту мощь отца Николая. Они пытаются вот закрыть рот матушки Николая, чтобы. Люди забыли отца Николая, потому что их жгет даже память после смерти отца Николая, слова жгут их, потому что их обличают, их не это неправда, обличают вот, клеветников. Именно отец Николай продолжает обличать через книги, через вот кассеты вот эти. Батюшка продолжает жить, именно вот жить вот в словах этих.
Кстати, да, вот интересно тоже уже всяких этих нападках, недоступности там, что преграды. Вот пример, Александр Сергеевич здесь сидит, он попал в Бачки вот буквально за месяца, полтора-два. Так нет, вот, мы и же, вот как он, как Бачка уже многие прибыл. Приезжали туда тогда, просто когда вот перед тем, как Бачка почил, прям буквально за две недели, я же был тогда, вот приезжал тоже там и со своими служивцами тоже. И, конечно, вот эти диалоги, что там матушки держали так батюшку, что он не мог. Я вот лично сидел с батюшкой, разговаривал часами. Их не было вообще в келье. Я сидел, мы с тобой тогда, батюшка, были, ты же помнишь. Их вообще в келье не было, они как бы... И если бы у батюшки какие-то притеснения были, то, естественно, он бы нам просто сказал бы, сказать, своим чадом, что есть притеснение, там что-то, чего-то. Мы всегда приезжали, спрашивали. Конечно, да, конечно, да. Это какая-то нелепица, просто в голове не укладываются все вот эти... Все высказывания против матушки, просто с той любовью, с которой они... Или вот эти фразы, которые, я, конечно, мне сложно говорить, но вот эти фразы, которые там говорят, что вот, может, батюшке там книгу там подложили, там как-то его насильно. Я же помню, что батюшка мне, батюшка лично мне подарил тогда книгу, эту написано Григорий Ефимович, и сказал, что он свят. Да, и нам вот. Тоже он подарил, батюшка благословил нам эти книги, батюшка, да. Да, иконы нам раздавал, да, Григорий Ефимович, нового, да, Ивана Грозного, да. Лично где дал и сказал, читайте. Помните? Да. Когда мы приезжали с Державной иконы Богородицы, помните тогда? Да, да. И вот батюшка всех тогда, кто приехал, он всех иконы царевича и Григория Ефимовича. Григорий Ефимович благословил. И одному человеку пример он дает, это Григория Ефимовича, а потом раз и взял, нет, говорит. Там выпивают, курят, нет. И, вот в руки такому, значит, как бы сам не дал, чтобы вот не было, потому что вот, святое должно быть вот, в святых руках, вот, ну, достойных рук. Ну, те, кто действительно понимает, ценят, любят. Мы, помню, разговаривали с матушкой о чем-то, а батюшка взял эту книгу про Григория Ефимовича и вот так листает, как читает, а мы что-то между собой разговариваем. А потом он говорит, какая книга. Читайте, как правильно написано. И смотрит прямо в глаза, как дошло, нет. А, как вот, и смотрится, вот ведь читайте, как правильно все написано. Вот это именно книга про Григория Ефимовича. И потом он вот нам это благословил, подарил вот эти книги. Ну вот отец Рафаил сказал, батюшка, что он его благословлял архиерейски, да? И со мной было тоже такое, что мы причащались все. Привезли запасные, не запасные, а дары привез отец Валерьян. Мы все причащались, и отец Николай, зная, что я иеромонах, он меня причастил со лжицы. Ну, я, конечно, причастился. А причастить иеромонаха, ну, священника, может только архиерей. То есть, да. Вот есть да, такое свидетельство. Да, ну, постоянно батюшка так причащал игуменов. Да, вот такое было. Но своими действиями он показывал, каким должен быть вот монах. Да. Например, когда мы причастились, у меня всегда такое, что, ссылаясь, оправдывая себя болезнью, я кушал после причастия. Вот. А здесь мы сидели долго и ничего не вкушали. И уже, надо сказать, уже хотелось кушать, и это самое, да. И долго это было уже, а отец Николай ничего ни крошечки не вкушал, то есть после причастия. Я для себя это понял, что не надо ничего вкушать. Вот. И только потом, уже через какое-то время, уже когда полностью одолевали, он уже там сам сказал, чтобы нам чаю. Да, мы попили чаю. И да, чаю только, то есть ничего там не вкушали. Иду просто попить чаю. Да, попить чаю, мы все попили чай. Я для себя отметил, думаю, вот так нужно. Потом и в отношении ИНЛ. Я, собственно, и приехал за этим, то есть по благословению отца наместника. Вот, я и приехал за этим. И как-то не удалось мне в исповеди выяснить этот вопрос. Как-то непонятны мне были ответы отца Николая. Я так, и он мне все время говорил, он какой-то непонятливый, что ты ничего не понимаешь. Ну, я так и не понял. И потом, там была такая брошюрка, сейчас даже не помню, что, по-моему, вот это общество «За право жить без ИНН», вот, брошюрка против ИНН,
И вот мы ее взяли, и я у отца Николая спросил: батюшка, вот там все, что написано, вот это можно верить, вообще там правильно написано или нет? На что отец Николай сказал: да, да, да. А там как раз вот, ну, было, ну, все против войны. То есть все, как раз это общество, оно очень активное, очень аргументированно все высказывалось. Это вот тоже мнение, это я лично засвидетельствую, что это было так. Кстати, вот пользуясь случаем, хочу сказать, в отношении отца Иоанна Крестьянки и все вопросы, которые мы задавали отцу Кириллу в отношении, ну, что нужно говорить, писать, что это зло, что это беда, что это не нужно. И потом поехали с теми же вопросами к отцу Иоанну Крестьянкину. Он все это лично мне, вот лично я говорю перед Богом, он все это сказал, что подтвердил позицию отца Кирилла тогда. И потом было странно, когда отец Тихон Шевкунов, ну, все вот это вот как-то, это было настолько, ну, непонятно. Вот. А вообще отец Иоанн лично сказал, что да, надо писать, да, надо, ну, разъяснять, что и это не годится, это беда. То есть вот все, что мы говорили о чем с отцом Кириллом, он все это подтвердил. В личной беседе. Я тут же после беседы с отцом Иоанном все это законспектировал, и потом отцу наместнику все рассказал. Да, и в отношении вот братьев наших убиенных тоже. Ты спросил у него, будут ли прославлены братья? И он сказал, да, будут прославлены, только, говорит, не спешите. Вот он как-то так сказал. До сих пор помню, как батюшка нас это вот кормил сладостями. Мы сидели, несколько раз он начинал, то шоколад, мальчик, они ведь голодные, ну-ка сюда, принесут что-то, дадут нам это. Он покойка и снова помочит, а вот им еще, вот еще, батюшка, мы уж наелись, и уже не хочется. Потом батюшка начал свои руки кормить просто. Открой рот, и вот как, типа, птичек так раз, и раз, покормят. Ну, взять нет, только с моей руки. У вас, Николай, там бывало очень много людей, там миллионы. Вот. И я в свое время, когда тоже только крестился, там, передо мной стал вопрос оставаться, ну, в миру, жениться или идти в монашество. Но мне как бы, ну, чисто из-за того, что я видно его церковь, то есть меня вообще, то есть это как бы то, что я читал в книгах там о святых, то есть я, конечно же, хотел это увидеть как бы, ну, в реальной жизни. И поэтому там, допустим, такой ответ, что там приехал там кому-то из священников, спросил там, ну вот, допустим, это вы меня благословляете как там, на женитьбу или там, значит, на монашество, меня такой ответ бы не удовлетворял. Ну, в то время, то есть как я как бы не видел святости. И просто бы, ну, не поверил бы в то, что это от Бога. От простого священника. Но имя отца Николая, ну, конечно, известно не только там в православной России, а во всем мире. Но. И к нему приезжали люди православные со всего мира. И совершенно разных национальностей, это мы все знаем. Вот. И я тогда в 96-м году поехал на Зарю. Вот. И как бы у меня был один единственный вопрос. Ну, я подошел к двери, вот, подошел отец Николай. И я, ну, соответственно, хотел задать ему вопрос, что это, я говорю, батюшка, вот знаете, вот, ну, мне столько-то лет, такая-то вот у меня жизнь, я хотел бы вас спросить, но тут вот он мне как раз перебил в плане, я имею в виду, прозорливости отца Николая. То есть он, конечно, читал мысли там, ты в Москве, он уже знает, что ты к нему едешь. То есть, он меня перебил, просто говорит, в монастырь. То есть это было благословение на монашество, я даже не задал вопрос. И там что, то есть как бы, ну, видно, то есть как это, он как-то особо, что ли, тогда это воспринял, то есть это мою греховную жизнь, что и люди, которые со мной были, они как бы удивились. Почему? Потому что тогда, ну, там каждый день приезжал там по 100, там по 200 человек, там, но отец Николай еще служил. И он, ну, с кем-то разговаривал, и кого-то просто благословлял. А мне вот он как раз сказал, как, что я сегодня буду служить, оставайся на вечернюю и готовься к причастию. И потом поисповедовался после службы, На следующий день я причастился. И еще хотел бы еще добавить, конечно, вот в отношении, тот касается как бы вопроса архиерейства. За год до того, как почил отец Николай, мы были еще на Афоне. И вдруг вот это Иоанн с Камчатки, он едет. Значит, как на Афон, и, соответственно, то есть, как заезжает к отцу Рафаэлю.
И он привозит, то есть как бы, ну, несколько фотографий. Он показывает. Там фотографии, значит, это отец Николай сидит вот в углу, в котором он обычно принимал. Вот, у него в руке архиерейский посох. Ну и там и Иоанн рассказывает, значит, это, историю этой фотографии. Что вот недавно, то есть как вот убишь это, значит, позапрошлый год, значит, приехал один владыка. Вот, ну, как бы я имя не буду называть, соответственно. Вот это ни к чему. А приехал он с посохом. И отец Николай говорит, то есть как, дай посох. Вот, ну, а владыка протянул ему посох, а отец Николай говорит, я архиерей. И вот это сделали несколько фотографий. Да, вот удивление было совершенно другое, когда через год отец Николай почил, мы узнаем, что отец Николай архиерей. То есть там-то он как раз и не шутил, когда делали фотографии. Эта фотография, ну, она как бы это, я как раз ее там в Салониках это и распечатал по благословению отца Рафаила, ну, каждому из братьев, чтобы никому не было обидно, чтобы у всех было 15 человек, то есть это, ну, наверное, видели фотографии. Да. Ну, то есть это. Вот опять мы возвращаемся к тому, как мы видим этот мир. Батюшка, например, после молитвы мы молимся, читаем правила. А батюшка потом поет «Испала это деспота». Все ему подпевают, но это же не просто песенка какая-то. Двумя руками благословляют священники, как вот при встрече. Христос вот рука руку, плечо в плечо. Батюшка благословлял отцов. Это было постоянно, не год, не два, не только в моем присутствии. Батюшка причащал отцов сам. Не год, не два. И что же он уже говорит, вот примите от меня, как от архиерея. Ведь он же понимает, что мы церковные люди, мы знаем язык церкви. А получается, что мы язык-то церкви. Мы не знаем. И вот книжка вышла Бачкина «Слово жизни», там, где его портретик предваряет. Сколько у калитки он благословлял. Мы отпечатали, я уже не знаю, сколько тысяч экземпляров. И Бачка раздал. Вот сколько было при мне, он открывал портретик и говорил, вот это кто? Батюшка, это вы. Ну а кто это я? Это вы. Батюшка говорит, это архиерей. У него посохов только в келье 4 посоха. Потом очень многие батюшка снимал же вот прещение, которое может снимать только владыка. Он снимал это отцам, духовенству, монашествующим. И говорил, когда очень многие были прещения незаконны, он говорит, напиши прошение к владыке. Прещение незаконное, служить вы можете, напиши прошение к владыке и скажи, что я благословил служить. Батюшка вымел мою грешную душу. Вот. Я поехал к батюшке в 92-м году, будучи мирянином. Вот. У меня тоже был такой как бы, выбор. Вот. И батюшка благословил монастырь. Вот. Мне, конечно, очень было трудно после такой жизни порочной. Вот. И я много раз приезжал к батюшке, наверное, раз 6 так, за все вот это 11 лет. Вот. И большие скорби были у меня, конечно, искушения. И вот батюшка меня один раз являлся в полном облачении, даже во сне, вот, утешал так вот, благословил крестом. Вот, и, конечно, после этого душа просто возрождалась, и искушения все проходили. Вот. И он всегда призывал, вот когда начинаешь как батюшку вспоминать в скорбях, и он всегда призывал, к себе звал. Вот, я на себе это чувствовал всегда, приедешь к нему, ну, у тебя все будет хорошо, я тебе маслице помажу, и уезжаешь к нему, конечно, окрыленный. Потом у нас схимница одна была, ну не схимница, а монахиня, больная раком, ну, знакомая. И вот братья приезжала, спрашивала, батюшка, ну что, постригать ее схиму? Он, да, постригайте, говорит, она еще полгодика поживет. И вот ровно через полгода она отошла в мир. Вот такое свидетельство было. И вот при мне тоже многие приезжали люди, я видел их души, вот они просто просветлялись. Их какие-то унылые, там даже вот, бывало там какие-то искушения, ругались там вот, перед тем, как вот в лодку садиться там. Вот. А от батюшки уже все такие, идут такие все сияющие просто. Ну, слезы на глазах, такие умиления просто. Вот. Вот. Такой был великий старец. Своей благодатью всех вот, возрождал. Я недавно вернулся из Иерусалима уже навсегда вот, в отечество родное. И это тоже, видимо, промыслительно. И я думаю, что по молитвам вот, царства Николая вот, и я
уверен, что он уже прославлен у Господа. Конечно, уже святым угодником Божьим среди нас, грешников, мучительно пребывать. И батюшка сказал: нет, мне уже пора, мне грешно, я почти все сделал. Вот. Но тогда еще не вышла книга вот о Григории Ефимовиче. Еще Сергей, дай Бог Царство Небесному, она о Григории писал икону, еще вторую икону Григорию Ефимовичу. Сергей Арсеньев, да. И, кстати, вот батюшка благословлял каждую его икону. Сергей Борисович Арсеньев почил он 2 года назад, вот как раз на преподобного Серафима был день памяти его. Сергей очень почитал царскую семью. И вот за свою любовь к ним, искреннюю и нелицемерную, он сподобился многожды явлению государя. Первая икона, которая была написана государя в генеральской форме, в эполетах, когда государь сам ему явился, а Сергей, как всякий православный человек, очень боялся, как бы это ни было от врага, причащения слева. Вот. И на мольберте у него стоял холст, и он не решался дописывать. Вот он наброски сделал и не решался. И вдруг он рассказывает, что я подхожу к мольберту и смотрю, вдруг стоит государь и твердой рукой кисть берет и прописывает. После этого явления царя он поехал на остров к батюшке Николаю, приехал. А тогда как раз у батюшки были вот эти многочисленные паломники, автобусы, он отстоял очередь и подходит к батюшке, говорит: батюшка, вот я пишу иконы. Он говорит: вы Рублев будете? Пишите, пишите. Он так его перекрестил. А потом Сергей говорит: батюшка, вот я не знаю, смущаясь, как это, от врага или Божия, мне явился государь и благословил писать его икону, портрет. Батюшка трогом он так пригрозил пальцем, говорит: грех будет, если не напишешь. Ты что тянешь? И как раз именно этим словом и определяла духовная сумятица у Сергея на сердце. Он боялся, что это от врага. Тогда Сергей закончил этот портрет, икону, привез ее в Москву, передал в храм святитель Николая в Пыжах. Эту иконочку распечатали тысячами с молитвами. И с этой иконы, вот она, по-моему, у всех в доме есть, эта икона, и с той поры завязалась ниточка духовная между душой Сергея и батюшкой. И батюшка прикровенно так эту ниточку тянул. И вот даже иногда, когда Сергей, у него манера иконописания современная немножечко, он художник-монументалист, и он сам осознавал, что его иконы несовершенны с точки зрения церковной. Вот, но переучиваться у него не было уже времени. И я тоже с этого говорю: батюшка, ну вот писал бы Сергей немного иначе, более церковно, не было бы таких вот нападок на икону. А батюшка сказал: он так любит царя, и царь за его любовь ему является, ему вручил свое прославление. А сейчас, если Сергей писать не будет, кто будет писать? И когда Сергею явилась вся царская семья вместе с мучеником Григорием, он не мог узнать, распознать всю царскую семью, он узнал сразу, а кто был еще рядом, он не мог распознать. Ему был голос тот, который обычно сопровождал видение батюшка царской семьи. Вот что: а еще напиши мученика Григория. А Сергей отвечает: а я не знаю, кто это, что это за мученик. И тогда он говорит, получилось как по фильме, увеличение, стало приближаться лик этого святого. И он узнал Григория Ефимовича Распутина так, как он на фотографиях его истинных. И с той поры Сергий на сердце положил написать икону Григория Ефимовича. И приехал к батюшке с набросками. Вот батюшка говорит: какой вы счастливый, что сподобились увидеть мученика. И я спросила: батюшка, вам являлся мученик Григорий и где? А батюшка говорит: очень часто, и в храме, и дома, и в келье, а потом махнул рукой, и в других местах виделись. И как-то так заулыбался, эта часть уже была прикрыта для нас. Вот. И Сергей затем приехал через месяц, очень взволнованный, и рассказал о том, что он вдруг, ему было явление мученика Григория во дворике батюшкиной кельи. Вот там, где банька, ближе вот к баньке, стоит схимник в мантии. Говорит: я бегу под благословение, думаю, что это батюшка. И подбегаю, и действительно вижу его, он осеняет меня крестным знаменем. Поднимаю голову, вижу лик батюшки. И вдруг лик батюшки меняется, и передо мной лик Григория Ефимовича Распутина. И вот он был в схимнической скуфейке с крестом.
И настолько это потрясло душу Сергея, вот он батюшке стал тут же рассказывать и набрасывать карандашиком, как это было. Батюшка очень внимательно расспрашивал, а где я стоял, потом где мы стояли. И вот Сережа показал, потом мы вышли во дворик, Сергей показал место, вот где стоял. Батюшка говорит, вот ты сподобился видеть мученика Григория, а поскольку, я говорю, очень молился, чтобы Россия очистилась, не Григорий Ефимович очистил, вся, а чтобы Россия очистилась от этого греха, что они вот так грязью заплевали. А вы все вот мои драгоценные, как бы мою молитву, говорит, грешную не отверг. Вот вы тоже сподобились видеть. И вот он благословил написать икону великомученика старца Григория с цесаревичем на коленях. Почему? Потому что главные нападки врага и масонов, и сатаны, и всех вот ненавидящих вообще спасения человеческой души, были на, почему на Григория Ефимовича? Он вымаливал Святую Русь в лице цесаревича Алексея. Ведь молилась вся церковь ежедневно о благоденствии дому Романовых. Каждый монастырь, каждый храм от Великой Евтиния. И тем не менее цесаревич начинает кровоточить, и никто не мог остановить кровотечение, пока не придет старец Григорий. И как царевич говорил, врачи меня мучают, а он меня даже не гладит по головке. Он меня перекрестит, помолится возле ножек, и мне легче. И когда вот Григория Ефимовича умучили, очень государь с императрицей не знали, как это сообщить царевичу Алексею, потому что всякое потрясение могло потом сказаться кровотечением. И когда все-таки ему сказали, он просто сжал кулачки, подошел к нему и сказал, папа, ну ты накажешь ведь убийц, как ты наказал убийц Столыпина. А государь потупил взор, потому что государь уже знал, что сроки приближены, что через 2 месяца рухнет трон по предсказаниям Григория. И уже не только Григория не будет, а не будет самодержавная Россия. И поэтому ненависть, вот эта ненависть антихристовых слуг была направлена против старца Григория и его молитвы, укрепляющей царевича Алексея. И посему царевича Алексея посадили на колени, вот в иконописном образе, к мученику Григорию, потому что таким образом соединился народ в лице старца Григория, вышедшего из народа, и наследник российского престола, будущей России, царевич Алексей, который уже в себе являл все добродетели будущего крепкого, твердого царя для России. И Григорий Ефимович его держал на своих коленях и укрывал его своей мантией монашеской. И батюшка участвовал в создании этого образа и говорил, что мы смущались, хотели скуфеечку убрать, схемическую, она схемическая, епископская. А батюшка сказал, вот как явлено, так и пишите, не мудрите. Надо сделать так, как явлено. Это было откровение Божие. И опять же мы его просили, батюшка, ну будет ли Григорий прославлен? Он сказал, обязательно все будет, потому что он у Господа прославлен, и Россия не сможет его отвергнуть. И когда Сергей Борисович Арсеньев заболел, он сам не знал, что у него рак в очень тяжелой форме. Он таял на глазах и спешил закончить вот эту свою большую икону «Русь приходящая», как батюшка сказал. Он сам не мог смириться, у него было такое тяжелое состояние души. И он очень хотел жить, потому что вот он сказал, что я многое не дописал, у меня маленькие дети. Вот и по сию пору вот я как прошу молиться за монаха Григория и его супруга Галина и Мария Иоанн, утроки, детки. Я знала, что дни Сергия сочтены, потому что общение с батюшкой, оно уже последние месяцы, и, пожалуй, года было больше не на словах. Было видно по батюшкиным глазам. Батюшка говорил, Сергей скоро выздоровеет. А на духовном языке это значило, что Сергей скоро будет у Господа в Царстве Небесном. И я у батюшки, вот помолясь, взяла благословение на постриг Сергея и спросила у батюшки имя. Батюшка, вот. И батюшка сказал, ну ты же знаешь, какое имя Сергею? Вот. И я переспросила, в честь мученика Григория? Он говорит, конечно. И он будет очень рад. И когда я приехала в больницу, и Сергей уже из больницы убежал, было очень тяжело увидеть, потому что была какая-то последняя надежда. Врач обещал, что он очень аккуратно все вырежет. Вот. И супруга Галина вышла из палаты. И Сережа говорит, матушка, я хочу спросить, вот не знаю, достойна я или нет. Вот он заплакал. Я говорю, Сергей, я хочу тебе сказать. Батюшка уже тебе дал благословение. Вот. И тут нужно было видеть его лицо. Он говорит, а имя? Неужели это?
Я говорю, да, батюшка благословил тебя постригаться в честь великомученика Григория. И через две недели Сергей мирно отошел ко Господу на день памяти преподобного Серафима Саровского. Опять глубокая связь между мучеником Григорием и царской семьей. Пускай церковь уйдет в катакомбы, будет где-то за стенкой, вот все равно церковь победит. А я больше даже надеюсь, что еще в России будет, даже может быть, развед православие, и будет православный царь. Россия осознает свои ошибки, кается, уже прославили государя, царя и царственных мучеников. Россия поняла, что ей непременно надо вернуться к царю и самодержаве России. Другого пути нет. Любой путь может привести обратно к тупиковому ужасному бесовскому состоянию. И России только самодержаве и православный царь. Просто необходим как воздух и вода. Это мнение. Я надеюсь, что он будет. Как предсказывал отец Николай и говорил тут. Царь грядет. Грядет. И будем ожидать. Несмотря ни на какие скорби, ни на гонения, царь грядет. Мы сейчас недавно приехали к отцу Николаю. Я удивился, что и как от великих мощей, от благоухала в келье. Ночевал в келье, мы ночевали все монахи, ночевали в келье отца Николая. И это его присутствие отца Николая было, мы это ощущали. Его кротость, его любовь, он в своей молитве благоухал всю келью. И даже около ванны. Такое благоухание, как от мощи. И более того, мы хорошо чувствовали, я чувствовала его самого присутствия отца Николая. Или правильно назвать, схиепископа Нектария. Да. Thank you.
прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и дверь смерти страшной тяжки уж недалекие. Вы простите, род и ближний человек, меня грешника помяните, отхожу от вас, пока не найдете.